дорогие подписчики, гости и друзья моего канала. Сегодня я иду, сейчас одеваюсь и иду на почту отправлять подарки для своих победителей, для Ивана и Лены. Не знаю, правильно я их упаковала, не упаковала, но взяла с собой скотч. Сейчас покажу. Вот так я их упаковала, все в полиэтиленовые кулечки. Все позарезала, если понадобится скотч. Вот взяла с собой скотч, если скажу скотчем еще обмотать. А, в принципе, это для Ивана, это для Елены. Иду сейчас на почту. Посмотрю, как у меня, наверное, примут эти посылки. Может, еще не примут нифига. Сами знаете, как у нас почта это работает. Заодно узнаю, через какое время должны получить мои друзья, подписчики, мои подарки. Обязательно вам сообщу. А пока закрываюсь. Все, иду с почты, отправила посылки Лене и Ивану. Отправлю вам обязательно чеки, они там дали с номерами, как они называются, вы можете отслеживать их на сайте. И я их могу отслеживать. Сказали, в течение 2 недель должны адресаты получить. Когда получите, сообщите мне обязательно, ребят. Потому что я волнуюсь. А вдруг они до вас не дойдут? Хотя это вряд ли. Ну, мало ли что может быть, да, у нас. Снимаю на телефон, иду. Потому что нас вырубил интернет дома. Думаю, если видео грузить, тогда будут с телефон грузить. Сейчас хочу присесть чуть-чуть, посидеть в парке. Потому что попала на такую жуткую очередь. Очередь на этой почте. А сегодня, оказывается, день платежей. Там просто не представляете, сколько народа. Смотрю, доллар 62.75. Все лучше и лучше у нас. Все выше и выше. Куда еще выше? Ну, все, у меня настроение хорошее. Камень такой с души свалился. Отправила посылки своим дорогим друзьям, подписчикам. А я, правда, сейчас без микрофона, как будет слышно, не знаю, но я думаю, будет хорошо слышно. Потому что, в принципе, iPhone звук берет хорошо. Еще раз говорю, обязательно сообщите мне, получили вы или не получили. Тем для видео можете видео снять, распаковку моего подарка. Вот, тоже хорошо. Ладно, закрываюсь. Такой мой коротенький маленький видосик об отправлении посылки моим друзьям-подписчикам. Иду домой. С 4 до 5 должен прийти мастер по интернету, по Wi-Fi. Что-то у нас там, не знаю, что у нас там произошло. Утром он еще работал, потом отключился. Пойду его ждать. Хотя в 5 часов у меня клиентка. Ну, значит, что-нибудь придумаем с ним, с мастером. Может, он быстро сделает. Ну все, пока-пока, моя хорошая. Была рада с вами пообщаться. Всего доброго. Как всегда, счастья, любви, удачи. Ваша Света.